комнате стоял страшный шум. Все буквы вылезли из азбуки и громко спорили, почему это А – самая первая буква алфавита. «Долой самозванку А!» – кричали гласные буквы. «Да здравствует абракадабра, то есть неразбериха!» «Что же это делается?» – шипели шипящие. «Буква, с которой начинается ангина и акула, ставить в голове азбуки!» Все правильно думали согласные буквы. Ведь недаром самые вкусные вещи – арбуз, апельсин, абрикос и ананас – начинаются на «А». Но громче всех кричала буква «Я». Я не понимаю, почему все же первое «А», а не «Я». А потому сказала молчавшая до сих пор «А», что самое первое слово каждого малыша начинается на «А». «Это какое же такое слово?» – не унималась я. «Агу», – сказала «А». «И кроме того, я похожа на адмирала, стоящего на капитанском мостике». А всем известно, что адмирал должен быть всегда впереди. «Так», – сказал твердый знак.